Хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки. Методика в два раза продлевает действие пластических операций. Получен международный патент. Это омоложение в области лба и омоложение в области орбит. Это эндоскопическая подтяжка переорбитальной области, подтяжка лба, которая подразумевает собой, во-первых, физиологичность, во-вторых, это сохранение всех индивидуальной мимики, и третье – это сохранение непосредственно натуральности, естественности, чтобы лица не выглядели оперированными, а выглядели наиболее естественно. Вместо больших разрезов делается всего 3 прокола в волосистой части головы, а для фиксации мышцы не нужно вкручивать в голову медицинские винты или инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях. Идея по поводу эндоскопической подтяжки в новом методе фиксации и в том, что сам себе подъем бровей является физиологичным. То есть мы не используем какие-то инородные тела как фиксаторы, и таким образом результат, то есть как бы сам по себе является более долговечным. Мышцы фиксируются при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Она покрыта с одной стороны белком фибриногеном и препаратом для свертываемости крови – тромбином, который образует естественный биологический клей. Используем коллагеновую губку, да, которая очень легко доступна в общей хирургии. Естественно говоря, мы снижаем расходы на операцию, и результаты наших операций ничем не хуже при использовании каких-то дорогостоящих, например, импортных, скажем так, девайсов, там, такое модное слово, то есть инструментов, шурупов и так далее и тому подобное. То есть мы, скажем так, не зависим от этого. У нас есть губка Тахаков, да, которая хорошо очень справляется с методом фиксации, она профилактирует образование сером, то есть, да, скопление жидкости и гематом, то есть кровотечение, кровопотеков в послеоперационном периоде. Таким образом, это очень хорошая профилактика для потери эстетического результата. Новая эндоскопическая методика увеличивает действие лифтинга в 2 раза. Обычно эффект от аналогичных операций длится примерно 4-5 лет. Внедрение данного метода, оно широко уже используется не только в Рязанской области, среди пластических хирургов Рязани, но я знаю, что и в некоторых других клиниках не только России, но и уже зарубежные коллеги, которые активно на конференциях узнают про эту методику, тоже перенимают этот метод лечения и внедряют уже в своих странах эту методику. Для обучения к рязанским специалистам также обращаются их коллеги из Италии, Мальты, Мексики, Ливана и Таиланда. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».